Киокусинкай карате – один из самых знаменитых и эффективных видов боевых искусств. Этот стиль рассчитан на реальную борьбу и имеет репутацию сильнейшего карате, использующего все возможности организма. Часть этой культуры теперь есть и в Десногорске. Зрелищную демонстрацию во Дворце молодежи города провели заслуженные мастера спорта и призеры чемпионатов России и мира. Бетонные блоки и деревянные палки не могли противостоять ударной технике спортсменов и превращались в осколки. Такое мастерство достигается не только специальной физической подготовкой. Киокусинкай в переводе с японского означает «общество высшей истины». Именно к этому стремятся последователи этого зрелищного и благородного вида спорта. Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого и непоколебимого духа. С этой клятвы начинается знакомство с миром и философией киокусинкай. Последователи направления также клянутся соблюдать правила этикета, уважать старших и стремиться к мудрости и силе, не ведая других желаний. Тем не менее, любое боевое искусство направлено на способность ученика постоять за себя. Если ты избежал драки, то ты уже победил. Поэтому в любом случае, если ты сам этого хочешь, то ты можешь в любом месте найти эти конфликты. Киокусинкай карате призывает не только к физической силе. Большое внимание здесь уделяется как духовной, так и нравственной составляющей. Познакомиться с идеологией этой интересной культуры может каждый желающий в секции киокусинкай города Десногорска. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.